Ту-ту-ту. Всем привет! С вами Ворум, и это игра под названием Oxygen Not Included, которую мы сегодня посмотрим у меня на канале, буквально 30-40 минут геймплейчика. Игра от разработчиков игры Don't Starve, компания Clay, которая называется, похожа на себя, представляет из себя смесь Террарии, Don't Starve, Майнкрафта и... Например, Fallout Shelter, не знаю. То есть из названия, как видно, мы должны добывать кислород в основном в своем пользовании. И давайте на него посмотрим. До этого уже пытался записать, но случайно оборвал запись. Короче, дурак и... не суть важно, короче, давайте поехали, посмотрим на себя, что игра представляет. Очень похожа на Don't Starve, очень мне понравилась игрушечка. Немножко я в нее поиграл. Она очень прикольная. То есть развивает химическое, физическое мышление по расположению, по всему такому прочему, что нужно из себя делать, строить, собирать, разрабатывать. Думать, короче, надо здесь, реально думать. Итак, после создания генерации мира нам нужно создать своих персонажей. К сожалению, самому их создавать нельзя, можно только сделать рандомную генерацию самого персонажа. У персонажей свои имена, которые можно только изменить, только имена, короче, можно изменить здесь. У них есть свои профессии, то есть там типа бодибилдер, который сильный чувак, физики всякие, ученые и так далее, которые влияют на штуки, которые могут делать они в самой игре. То есть атрибуты, то есть всякая атлетика, готовка, медицина, сбор, обучение, сила и все остальное, которое у них задается по умолчанию рандомно. Также у них есть свои такие преимущества и ограничения. В этом поле обязательно есть как минимум одно преимущество. Например, у этого, этот чувак у нас заботливый, у него медицина, поэтому плюс 5 идет. Но при этом он йокель. Он не может изучать, короче, я не знаю, как приводятся йокеры, но не суть важно, короче. Он не может, ресерч не может, короче, выучить. Также есть дополнительные у них параметры. То есть у него есть ожидание декора, которое влияет, по идее, ему на декор. То есть он хочет ожидает чего-то особенного от... декорации, которые вокруг будут. То есть если все будет плохо, то ему будет более-менее пофиг, потому что он типа не ожидает ничего особенного. Этот ожидает, например, десяточку, ему будет сложнее, например, если декор не будет соответствовать его ожиданиям, как я понял, по крайней мере. Также у них есть зависимость от еды и какой-то, ну и стресс, в общем, стрессовая зависимость. А давайте, значит, создадим себе персонажи какие-нибудь по параметрам, которые будут более-менее интересные. Допустим, вот это хорошо обучается у нас. Допустим, вот это хорошо готовит. И, допустим, вот это хорошо будет собирать у нас. Окей, также можно назвать, задать имя колонии, либо назвать самому, либо случайно ее как-то назвать. Пусть наша колония называется Кратер, почему нет? После чего, собственно, мы попадаем в саму пещеру, в само место. Внимание, ваша команда проснулась внутри какого-то астероида. Странно, они не могут вспомнить, как они здесь оказались. Они должны выжить и найти ответы. Окей, собственно, давайте нажмем на паузу, на пробел. Уже игра напоминает Fallout Shelter, например, да? То есть такая же специфика и так далее. Но нет, тут все гораздо сложнее. Тут все ближе к Террарии и Don't Starve. То есть, во-первых, мы можем собирать, копать всякие материалы. Во-вторых, мы можем переключаться между режимами обзора. То есть в данном случае это обзор кислорода, по которому называется игра на F1, если нажать. То есть есть голубые зоны, где очень хорошо можно дышать, есть синие зоны, где дышать можно спокойно вполне себе, есть уже фиолетовые зоны, где дышать более-менее сложно и проблематично, и в красных зонах дышать вообще нельзя. Это нужно все учитывать, обязательно за этим нужно следить, потому что иначе все будет плохо, они будут задыхаться, не будет хватать кислорода, и у них будет портиться настроение, и они еще вообще могут умереть из-за нехватки кислорода. Окей, также есть всякие другие параметры, которые можно посмотреть, но они зависят уже от других. Например, здесь обзор труб, обзор есть проводов и всякая прочая херотень, которая здесь есть, она есть, ее нужно учитывать, следить за этим и так далее. Это очень сложно. Давайте приступим так как к сбору добычи. Здесь сразу сейчас посмотрю, здесь у нас есть... бронза, это сырые металлы, которые нам понадобятся. Алгая, это водоросли, основной источник будет кислорода, который можно будет добывать. И здесь также кислород у нас идет из оксилитов. Выделяется кислород. Первый наш квест — это создать туалеты, нам необходимо. Но я хочу сюда прокопать место, потому что здесь у нас есть зона с кучей кислорода. Поэтому мы берем дик, копание. Наши... дупликаты сразу идут и начинают собирать ресурсы. Сразу ломают блоки. Так, здесь у нас жук, которого нужно убить. Нам быстро убиваем жука, потому что он жрет камни. Ари испугался. Единственный мужик в группе Ахтени, девка, судя по ресницам. Собственно, собираем все мы материалы.
Так, даже хочу вот так вот до конца это собрать. Оксилит ломать этот не буду, потому что он выделяет кислород, пока он нам нужен. Сразу видим, что здесь из-за того, что я сломал материал, кислород стал не такой насыщенный, как есть. Так, жук. Жука убейте, ну. Быстро убейте жука. Теперь Гроссмус удался. Нифига у тебя бластер. Ну, убивайте его быстрее. Так, жук устранен. Так, собственно, они копают нас дальше. Дайте вот этот меню, не хочу дальше копать. Вот. Материалы валяются на земле. С помощью этих материалов можно создавать всякие штуки. Например, пол сделать из блоков. Для этого блока они собирают материалы, которые уже валяются. Разбирают блоки, которые нужно сломать. Которые мешают им для создания. После чего сразу же заделывают бетоном или, ну, не знаю, материалом, который пол заменяет. Этот пол, этот материал, он более устойчив к пропусканию всяких газов и, ну, останавливает воду, останавливает пропускание газов, но не очень сильно. Вот. Пока делаем, как делаем. Нахера тут залезла вообще? И как? Не суть важно, ладно. Так. Дальше. Нам нужно сделать, допустим, сундук. Поставлю здесь пару сучков сундуков. Здесь сломаю потолок. Так, на тап можно ускорять скорость. Так, как она то залезла и почему она не может тут теперь слезть? Давайте здесь лестницу туда поставим. Так, или давай ломай тогда, ладно. С двух клеток могут они слезать. Окей. Так. Давайте быстрее делайте все. Так, вот создаю теперь сундук из подручных материалов. Два сундука сразу сделаю, чтобы были. Вот, сундуки нужно выделить по что-то особенное. То есть мы можем задать какое-то значение, которое можно будет сюда складывать, либо сразу складывать сюда абсолютно все. То есть они сразу собирают материалы и сразу же заполняют сундук. Сделаю два сундука для всего. Так, думаю, мы определимся сразу со спальней. Спальня будет у нас где-нибудь здесь. А здесь... Так, где вода, кстати, у нас есть? Вода у нас только здесь. Значит, здесь будем добывать воду. Здесь водоросли, а металл у нас справа. Хорошо. Так, давайте тогда... даже не знаю. Прокопаем тогда еще вот туда вот дальше. Мне вот нужно вот так вот над водой, чтобы было пространство. Потому что мы потом будем туда углубляться вниз и добывать воду оттуда. Пока идет первый цикл, это значит, что день. То есть суточное значение у нас здесь как в Don't Starve. Единственное, что теперь не таймер сам крутится, а крутится сама планета к таймеру. То есть эта красная стрелочка, она показывает нам расположение суток. А вот это черное пространство, это ночь. Так, дальше я хочу что? Сейчас кислород все заполнит здесь, и все будет у нас дышабельно. Пока все хорошо более-менее складывается. Давайте сразу сделаем здесь пол. Вот до сюда, вот, например, вот так вот. Вот так. А здесь я пол уберу. Вот так. И здесь мы сделаем лестницу вот сюда вот вниз к воде. Потом на воде мы поставим вот этот хаус, это сортир, где можно будет... Ну, то, что мы сейчас и сделаем по квесту. И здесь мы сделаем нам водичку. Добывание воды у нас будет вот прямо вот так. Стоять, окей. Так, цикл приближается к концу. Нужно нам сделать еще кровать. Пока давайте кровать тогда сделаем где-нибудь вот здесь вот поставим. Пока не критично. Потом мы отдельную спальню выделим для них. Пока им нужно просто место, где можно поспать спокойненько. На тап, да, можно ускорять время. Либо здесь убирать. Также можно поднять тревогу. То есть они не смогут спать, пока не сделают все задания. И, собственно, все. Так, оксилит через некоторое время заканчивается, поэтому пока он не закончился, нужно будет нам построить штуку, которая будет добывать нам кислород сама. Это можно сделать будет в оксигене вот здесь, но для этого требуются сырые металлы. А сырых металлов у нас нету пока что вообще. Это фигово. Вот здесь можно добыть. Давайте сюда лестницу продлим наверх сюда. И добудем металлы. Тикс. Кислород пока особо не заполняется, потому что, ну, вот постепенно, видите, переходит с голубого, вот голубой переходит постепенно туда направо и становится синим. А внизу кислорода очень мало, как можно видеть. Это грустно.
Потому что здесь гидроген. Так, что он на кровати-то не лежит, дебилы? Ну что? Давайте вот так вот вам назначу. Так, ладно, этому уже пофиг. У него хп тратится, потому что он замерз. Так, кислорода внизу не хватает нам. Это грустно. Но что поделать. Так, надо сделать туалет, потому что иначе они сейчас будут писать прямо здесь, прямо так. И туалет, я думаю, мы сделаем здесь. Вот так вот сделаем туалет. Здесь поставим дверь в туалет, чтобы все было у нас хорошо и правильно, скажем так. Здесь у нас будет тут сам толкан стоять. А далее мы сделаем здесь раковину, чтобы мыть руки они могли после туалета. Сейчас они все сидят, едят. Молодцы. Так, также это ящик у нас для еды. Сюда пусть они тоже всю еду приносят сразу. Да, они хотят туалет требуют. Давайте быстрее тогда жрите и быстро собирайте туалет. Тикс. Вот, Акселит уже один сдох. Это грустно немного. Так, заполняется здесь кислород у нас постепенно, благодаря Акселиту как раз. Но вот отсюда идет у нас гидроген, как я понимаю, который нам мешает дышать. Хотя здесь уже дышать, в принципе, можно благодаря кислороду сверху, который пришел. Так, один обоссался. Не успели построить они туалет. Надо помыть. Выбираем эту штуку, моб, который называется. И быстренько чистим всю штуку от сак от ваших, которые сделали. Саки можно, кстати, собирать в бутылки. И в итоге потом их можно воду очищать и пить. Не, холодно, да, по воде ходить? Вон они собрали саки все. Так, но бутылки стоят просто так. Они в контейнер не убираются, я так понимаю. Окейшки, что теперь нам нужно? Нам нужно построить штуку, которая будет добывать кислород. Это вот эта штука, благодаря водорослям алгая, которые называются, добывается кислород. И, собственно, все, что я могу еще сказать? Все, поставим мы сюда. Еще один выделитель кислорода я поставлю туда вниз, но требуется опять металл. Сука, не хватает нам сырых металлов. Так, а это что? Это вакуум. Ну, вакуум это не страшно, вакуум можно заполнить кислородом. Давайте тогда, ребят, сразу копайте вот сюда. И вот это все тоже выкопайте. Вот так даже, я бы сказал. Не хватает сырых металлов, что поделать. Зато вода есть. Вода и толчок. Прикрывать. Вот, собственно, сделалась эта штука, но она требует питания. Питание можно добывать с помощью колеса, например, по которому они бегают, как белки в колесе. Собственно, здесь у нас дубликанты в колесе. И с помощью проводов соединить, собственно, с этой штукой, и она будет давать кислород. Но пока это невозможно, потому что у нас нет сырых металлов, чтобы это построить. Одна вот клетка такой штуки добывает нам, допустим, 700 килограмм, 800 сырого металла. То есть вот, наведя на клетку, можно изучить, что это, например, кислород, песочный камень, алгая, водоросли, грязь и так далее. Здесь вот гидроген содержится. Гидроген тоже какой-то газ. Его можно также перерабатывать, по-моему, в кислород при желании и устройстве, которое есть. Но у нас этого ничего нет. Так, давайте, ребята, ускоряемся. Так, уже осталось 3 всего у нас этих акселита. Это плохо. Здесь камень обвалился. Так, требуется нам что? Требуется еда и требуется добыча кислорода. Так, вот, собственно, оксиген начал заполнять. Они попали в вакуум, но оксиген потихоньку заполняет все это пространство благодаря акселиту. И там можно будет дышать, но не сейчас. Сейчас они там дышать пока не могут. Но они собрали уже сырой материал, поэтому давайте сделаем колесо. Сразу соединим проводом. Так, перейдите, пожалуйста, вот. Вот механика, собственно, переключения проводов. То есть мы вставляем провод в розетку и соединяем с этой штукой.
После того, как кто-то начнет кто-то бегать, сюда будет идти энергия, и все будет хорошо и замечательно у нас. Так, а кислород вот потихоньку пошел. Забирает он красный слой, обращая его в труднодышаемый, так сказать. Потом он станет синим, потом заполнится, станет голубым. Зависит от выделения кислорода пока что. Также кислород пошел у нас сюда вниз. Поэтому дышать там тоже теперь можно. Это хорошо. Так, думаю, сверху здесь мы еще сделаем себе спальню. Вот прямо здесь. Давайте сразу это назначим. Вот так. Вот так. Это все очистить. Здесь поставить дверь. Что не хватает у нас? Нет сырых минералов теперь, видишь? Это, например, песок этот, сэндстоун. Так, все баньки легли. Окей. Прошел у нас второй день. Второй цикл называется. Из этих ворот появляются новые дупликанты, когда проходит определенное количество циклов. То есть у нас увеличивается наша колония, тем, получается, больше у нас есть ресурсов на создание людей, так сказать, дупликантов. И тем больше им требуется всяких, ну, еды, кислорода и всего такого. Окейшка. Так, давайте собирайте, ребятки, все дерьмо. Вот, и мне нужно, чтобы вы собрали наверху вот эти минералы все. Не обязательно их, правда, относить, они могут сами бегать за ними, потом собирать. Вот здесь уже все фиолетовое стало. Но кислорода не хватает, алгая заканчивается. Заканчивается алгая. Так, почему никто не бегает в лесе? Во, побежал у нас Госман. Молодец. И кислород стал вырабатываться с помощью у нас диоксидизера, который перерабатывает водоросли в кислород. Поэтому теперь кислород будет отсюда вырабатываться, постепенно переходить, заполнять все поверхности. Думаю, сразу мы еще один поставим кислород куда-нибудь сюда, чтобы он тоже выделялся. Здесь мы это все спилим нафиг и, собственно, проводами это все соединим. Отсюда вот сюда. Вот. Ускоряем время, смотрим, как они все это делают. Вот, пошел голубенький уже сюда вниз. Вот уже вижу, голубенькие здесь моргают. Уже дышать более-менее можно здесь. Это хорошо. Так, я думаю, даже мы вот так вот всю эту штуку сейчас заделаем, когда у нас ресурсы будут. Здесь все вот так вот заполним. Будет у нас отдельная комната с водокачкой. Так, ребята, давайте быстрее работаем. Также можно сделать батарейки, которые будут хранить вот эту энергию. То есть не обязательно кому-то одному все время бегать постоянно. То есть мы просто делаем ячейку, где хранятся батарейки. Все батарейки хранят запас энергии. И, собственно, благодаря этому не обязательно бегать в колесе. То есть также можно выбрать эту штуку и назначить здесь сколько запаса. Допустим, при 50, если у батарейки остается хотя бы 1-50% запаса, наш чувак идет, бежит и бегает на колесе, пока не заполнит полностью батарейку. А здесь он бегает постоянно, потому что нет батарейки. Но почему я не ставлю батарейку просто так? Потому что батарейка выделяет углекислый газ. Углекислый газ у нас очень опасен и может засорить всю атмосферу. Давайте поставим одну батарейку. Пусть хотя бы одна будет. Вот так вот рядом с выделителями кислорода. Они сразу будут друг другу противовесить, получается. И сразу же нужно законнектить с проводом. Окей. Так, а тем временем у нас появился новый дупликант, как я и говорил до этого. Вот, собственно, мы можем выбрать одного дупликанта из трех, которого возьмем себе в команду. Я думаю, возьмем мы к себе вот этого чувака, который может хорошо копать и тинкерить. Тинкеринг, я не помню, по-моему, сбор или что-то типа того переводится, точно не помню. Теперь нас четверо. Нам нужно теперь 4 кровати, еще нужно скорее вот здесь сюда делать. И, собственно, там ставить кровати. Пока нет у нас ни металла, ничего. Нужно все собирать, короче. Давайте сразу... Да что ж ты будешь делать? Ничего нет. Быстро, ребят, все ломаем. И заполняем кислородом. Так, поставим сразу, давайте еще один кислород тогда вот здесь. Чтобы здесь все освежить, очистить. Чтобы все у нас было правильно и замечательно. Проведем сюда провод. Отлично. Бегом, бегом, ребята. Здесь можно посмотреть, какая у нас популяция, сколько у нас всего дупликантов есть. Здесь стресс, собственно, всех. Самый высокий стресс, 4%. То есть, по идее, 0% это идеально. По факту. Иммунные системы. 100% это хорошо, снижение это плохо. Это килокалории, сколько у нас есть в запасе в этих сундуках. Нужно также добывать нам еду. Еду пока добывать нам негде и неоткуда.
нужно создавать для этого хотя бы вот эту штуку, микроб-мушер. Собираем микробов, которых мы потом выдавливаем, и из них делаем еду. Вот такая вот штука, да. Давайте еду мы будем где-нибудь вот здесь, вот я поставлю. Кровать только надо сломать. Кровать есть не у всех, поэтому кто-то уснул просто на полу. Ну, что поделать, всякое бывает. Кровати пока у нас нет, мы не установили. Не хватало у нас запаса ресурсов наших. Вот так вот будет 4 кроватки у нас. Вот эти кроватки мы сломаем. Батарейки вот закончились, поэтому перестало выделяться кислород. И... А тут уже, кстати, кислород заполнился благодаря этой штуке. Как можете видеть, можно уже спокойно дышать. И здесь тоже уже можно хорошо, спокойно себе, вполне себе дышать. Это хорошо. Так, окейшки. Что дальше? Так, добыча еды. У нас по квесту, кстати, как раз идет добыча еды, нужно поставить. Добычу еды мы сделаем вот здесь, поставим. И, кстати, провода они тоже все поломали вместе с кроватями. Глупые, глупые люди. Так, вот здесь кислорода не хватает у нас, как можно заметить. Это плохо. Нужно, чтобы тут заполнялся кислород. Все-таки спальня, правильно? Нужно спать хорошо. Хотя он заполняется потихоньку. А красные точки, они как раз исходят из батарей. Это карбон диоксид, углекислый газ. Так. Построили они, собственно, выдавитель микробов. То есть мы можем из микробов и из травы создавать всякие вкусности. Ну, вкусными я продукт не назвал, конечно. Но, в общем, суть в том, в чем. То есть нам нужен запас, посмотреть, ингредиентов. То есть вода, и еще воды у нас 7 тонн, 8 тонн, нихера себе. Но у нас нет вот этих вот милолисов. А здесь делается из грязи и воды. Просто еда, очень вкусная. Можно добавить по одной штуке, либо сделать так, чтобы она бесконечно херачилась, пока есть материалы. Давайте поставим бесконечное херачивание. Также можно посмотреть, сколько эта штука дает килокалорий прибавляет. И вот, вот. Сюда нужна вода, как показывается, не хватает нам воды. Чувак пошел как раз добывать воду, чтобы ее отнести сюда и заполнить эту штуку водой, чтобы можно было покушать что-нибудь. Так, кислород, кстати, заполнил уже это место, поэтому ничего страшного здесь нет. Так, здесь у нас добыча есть металлов сыров, сырых металлов. Это хорошо. И что нам требуется дальше, пока неизвестно. Квест нам пока ничего не говорит, это хорошо. Так, но я хочу сделать изучающую станцию. Я мыслю заранее, заблаговременно, так сказать. Поэтому нам нужно сделать вот здесь вот небольшую такую платформу. Я думаю... Сейчас я думаю, как бы лучше это сделать. Хочу, чтобы здесь была большая поверхность. Но при этом, чтобы она вот так вот была схожа с этой. Здесь будет еще одна лесенка, наверное, я думаю. Пусть будет вот так. Вот так. Это можно так и отменить. Это тоже можно парочку отменить. Тут двери будут. Да и это, ладно, отменю нафиг. Вот это только мешается. Здесь сделаем вот так тогда. Вот так. И теперь это уже, как можете заметить, уже более-менее похоже на Fallout Shelter. То есть это уже реально похоже на Fallout Shelter. Так, здесь будет просто переходочка, я так думаю, над этой нашей штукой. Это так нужно сломать. Ломается довольно быстро, разбирается на материалы, нам обычно металла, на песок просто, и все. Так, здесь построим мы двери. Будет, будто они так залезают, как по лесенке, короче. И вот здесь будет еще одна лесенка наверх, вот сюда. Вот. Да даже нет, давай я так вообще вот это сломаю все. Здесь просто батарейки поставлю вот эти. Вот у нас батарейка отдельно просто стоять и все. Еще нет-то. Вот, да, здесь компьютерная комната будет у нас, зона, например. Почему нет? Прикольная игрушка на самом деле. Прям вот реально веселенькая такая. Классно. Вот здесь можно сделать небольшую тоже комнатку, где будет вода добываться, как я говорил до этого.
Оп. 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 Во! Прикольно, удобно, классно. Кислород есть, все есть, дышать можно. Потом сюда можно дойти до кислорода еще. А это что? Это вода здесь у нас. Также здесь я, когда до этого смотрел просто на игру, замечал, что здесь есть какие-то закрытые лаборатории, всякие алмазы, новые монстры какие-то есть, какие-то всякие ресурсы, источники, которые можно зайти, посмотреть и так далее. То есть у нас, грубо говоря, Майнкрафт мы превращаем в Fallout Shelter, как можно уже видеть здесь, поэтому потом можно будет улучшать материалы и все остальное проще делать. Кстати, как раз насчет станции. Станция обучения изучения. Давайте ее сделаем, чтобы я мог вам показать, чем эта игра еще похожа, вдобавок ко всему вышесказанному, на... как она называется? На цивилизацию. Нихера себе, да? Еще и на циву эта игра похожа. Охереть можно. Давайте вот так вот все соединим. Вот так вот чик-пык. Вот здесь у нас будут батареечки стоять. Вот так вот. Вот так вот. Они будут выделять дохерища углекислого газа. Поэтому я сюда поставлю еще выделение кислорода, которое позволит ну, отбивать, в общем, углекислый газ. Так, и требуется еще нам сундук, но не хватает у нас минералов. Сырых минералов. Не вот здесь можно добыть, либо здесь. Так, ребятки, давайте с ускорением работаем. Либо вот здесь вот до хера сырых минералов еще есть. А тут еще хлорин. Это газ, который нельзя дышать, удыхать. Обсидиан, смотри, есть. Уголь. Так, все баньки пошли. Отлично. 4 дня прожили. Что могу сказать? Вполне себе неплохо, смотрите, обустраиваемся. Потихоньку, помаленьку, все хорошо у нас. Еда есть, все есть. Вон уже еды, смотри, сколько собрали. 30 тысяч калорий. Это можно так отменить. Не надо больше собирать. Это, кстати, летает просто этот жук световой. Так, вот, ребята, начали строить у нас комнату обучения. Назовем ее так. Сюда всю еду пусть они тоже складируют, назначим. Тик, тик, тик. Следи внимательно за работой. Кто-то решил перекусить, посидеть. Кто-то прям на лестнице сел жрать. В общем, это чистый Fallout Shelter уже пошел. Fallout Shelter смесь... Ну, вот реально прикольная игрушка, на самом деле. Очень веселая. Пока что в открытом доступе в Steam можно ее купить, посмотреть. Довольно... Ну, вот реально веселая. Веселая. Мне нравится, по крайней мере. Подбежал в толкан. Так... Так, построили, кстати, обучение они, смотрите. И они еще навыки всякие изучают, которые, ну, просто повышен скилл. То есть construction повысился на 1 пункт. Итак, обучение. Чем похоже на цивилизацию 5? Обучением новых навыков. То есть можно, допустим, сразу назначить на последнюю, и у нас сразу максимально... Ну, как в Циви, короче. Благодаря этим изучениям можно создавать новые предметы, новые какие-то апгрейды делать и так далее. То есть вот вентиляция, пломбирование, то есть, например, помпу поставить водяную, которая будет выкачивать воду, передавать туда, куда нужно, например, в насос, который электролайзер, который превращает из воды, вырабатывает гидроген, из воды вырабатывает кислород и гидроген, который можно использовать для дыхания и другого крафта. Сейчас, я думаю, мы сделаем себе базовую ферму, чтобы можно было сделать компост и террариум водорослей. Компост позволяет нам собирать какахи, которые у них остались после туалета, для удобрений, которые можно использовать здесь, в ящике для цветов, то есть выращивать семена, удобрять их своими какахами, короче, и, ну как в фильме «Марсианин», короче, как он там как картошку выращивал. Вот. Занимаемся обучением, изучением. Я выбрал? Нет, не выбрал. Сначала выбрал, потом ты убрал, короче. Вот теперь выбрал. Теперь у нас они постепенно будут заходить, изучать, по-разному там думать что-то, обрабатывать и так далее. Так, ускоряемся. Так, стресс у Лейры высокий почему-то вот у этой.
Диарея. Ну, что поделать. Так, иммунная система у них на соточке. Кислород везде есть, прям замечательно, кроме нижней зоны. Из-за того, что здесь гидроген как раз я распилил туда часть. Но сейчас мы там поставим тоже одну вот эту штуку, которая будет вырабатывать нам кислород. И все, можно будет дышать спокойненько, да? Да. И сюда мы поставим. Проводочком сразу соединим. Вот. Вот такая вот у нас идет схема интересная. 5 дней мы прожили. Спокойно, без каких-либо проблем. Так, давайте только быстрее работать, ребят. Что-то какие-то долгие, что ли, по-моему. Все складируется. Ага, здесь не идет выработка кислорода, потому что максимальное присутствие газа. То есть здесь кислород уже на максимальную заполнен, поэтому здесь дальше вырабатывать нечего. Поэтому энергия здесь просто не тратится, и это хорошо на самом деле. Так, вот сюда нужно как раз кислород сделать, чтобы он помог нам очень хорошо, неплохо. То есть, если сравнить с Fallout Shelter эту игру, она очень сильно ушла вперед. То есть тут прям вот дохерище всего. И если она будет на планшеты и смартфоны, было бы очень классно, на мой взгляд. Но я не представляю, как можно здесь вместить 40 контента. То есть ты посмотри, можно смотреть кислород, можно смотреть за проводами, за трубами, короче, смотреть за температурой, то есть зеленая, типа, теплая, холодная, горячая и так далее. Следить там за термальным комфортом, типа, это что значит? Body heat loss. Не знаю, я не шарю, короче. Там вот литария всякие. Вот такие всякие штуки, помпы. Это где трубы проводить, короче. Вот такие штуки, вентиляция и прочее. Короче, тут дохерище всего на самом деле. Меня интересует в первую очередь кислород, и вот это меня сейчас напрягает. Почему здесь у нас гидроген пошел снизу, да? Да, смотри-ка, вообще дышать нельзя стало. Потому что мы здесь отделили кусок блока. И теперь пошел гидроген, сразу заполнять начал все. Надо от него избавляться, надо вырабатывать кислород. А вот эту штуку срочно здесь сделать и ее использовать. Так, еще я думаю, мы поставим здесь вот кислород один. В рабочей зоне, чтобы можно было дышать спокойно. Так, вот это будет бегать в колесе, пока не заполнит эту батарейку, потому что у нее меньше 50%. Так, стоп, что такое? Почему? Откуда течь? Откуда течь? Вы что? Кто-то обоссался, что ли? Был занят туалет, я понял. Я понял. Нам нужно сырые металлы. Чтобы сделать еще один туалет. Причем срочно это надо сделать. Да, это, конечно... Забыл, потому что я думал, здесь они быстро соберут. Я просто не знаю, в каком приоритете они работают на самом деле. Потому что сложно это отследить. Вот серьезно. Типа, почему они сначала делают это, а потом то. А не то, а потом это. И... Не знаю, тут можно как-то сдавать приоритет. Вот, приоритет. Типа... А, ну собственно, я могу выбрать только 6, получается. Да, и они по приоритету пошли сразу сюда делать. Потому что приоритет более высокий. Окейшки, неплохо. Я что-то новое узнал в этой игре. Давайте вот 7-й приоритет поставлю, очень важно. Нужно срочно здесь сделать. Ой, они сразу сделают то, что мне нужно тогда. Замечательно, замечательно. Так, у нас тем временем завершилось исследование. Давайте сразу сделаем улучшенное исследование, которое позволяет нам изучать улучшение второго уровня. Вот, то есть фиолетовый добавляет нам вот эту штуку. Благодаря суперкомпьютеру. То есть на суперкомпьютере будут исследоваться вот эти вот нижние части фиолетовые, а на обычном у нас платформе будут изучаться вот эти вот голубые штуки. Продвинутое обучение. Так, мы можем теперь добывать алга и террариум. Что это такое? Это террариум водоросли, который позволяет выделять кислород. Ну, то есть сам по себе. Не на электронике, а сам по себе он просто выделяет и все. Так, это плохо. У нас там обвалилась херня. Это теперь не может держаться, поэтому.
Так, а на атаку он их всегда повышенный пройдет, так понимаю, да? Окей. Так. Ну, блин, прикольно, мне нравится на самом деле. Я уже это говорил, но еще раз скажу. Так, а, новая еда теперь, кстати, да, вот у нас появилась. И также компостная яма. Компостную яму поставим пока вот сюда. Будем здесь сделать, короче, складывать наши какахи, использовать их в качестве удобрения. Пришел еще один дупликант. Каждые три цикла, походу, они появляются. Так, кого бы из нас выбрать? Давайте вот этого конструктора выберем. У него самая продвинутая конструкция. Лучше всех строит. Так. Окейшку. Я наконец-то могу сделать еще один туалет. И еще один сразу поставим. Так, почему не работает кислород? Соединение есть. Почему он не вырабатывается? Завален, потому что. Быстро приоритет повышаем. На девяточку. Очень важная херня. Так. Что это было? Что за вжу-вжу-вжу было сейчас? Я не понял. Так, приоритет давайте вот на эту штуку сделаем. Шестой. Седьмой даже, я думаю. Вот на эту штуку шестой. Окейшки. Так, наконец у нас будет второй туалет. Так, ускоряемся, ребят. Так, наконец-то пошел здесь кислород. Вот он вырабатывается. Голубой появляется. И постепенно это все будет заполняться у нас кислородиком. Единственное, что тут гидроген. Гидроген-то никуда не уйдет. Вот в чем проблема. Надо будет что-то с ним делать. Надо будет делать какую-то вентиляцию, чтобы он уходил вообще куда-нибудь в туман куда-нибудь. Так, почистить туалет. Прожили мы 6 дней. Так, к нам заполз мудак. Так, быстро в атаку. Вне сна. Сожрал нашу еду. Урод. Смотри, сходил в туалет, помыл руки, такой пошел спать. Кровати не хватает, да? Надо новую кровать делать. Так, почему никто не бегает в колесе? Потому что приоритет я поднял, я понял. Да. Так, у меня гидроген это напрягает, сука. Вот он здесь, прям наверху, смотри. Скопился и никуда не уходит. Нужно будет вентиляции потом его откачать и передать куда-нибудь другое место. Так, а, собственно, что по изучению у нас? Почему 4 из 15? Хочу поднять приоритет. Нужно срочно изучить нам все. Вот здесь. Так, это я 5 сохраню. Срочно изучаем. Так, а приоритет здесь хочу 7. Здесь 5 сохраняю. Так, вот здесь батареечка у нас работает, выделяет они углекислый газ, но благодаря этой штуке он сразу же у нас расходуется, перерабатывается. Так, потом здесь нужно будет поставить помпу, откачивать помпу сюда наверх в воду, чтобы делать кислород, но это позже. Сейчас я хочу вам показать просто еще одну машину. Проживем как раз до конца дня, и вот, собственно, закончим на этом, я думаю. То есть вот чистый Fallout Shelter издалека смотрится, но гораздо более глубокая игра. Более глубокая и более интересная и продуманная, на мой взгляд. Прикольно, прикольно, мне нравится. Нужно еще одно, наверное, колесо сделать, потому что батареечки у нас не успевают все заряжаться быстро. Так, вот, мы изучили наконец эту штуку. Никола решил поспать. Судя по всему, из тех, кто засыпает просто так. И вот теперь мы можем изучать новые штуки всякие. Например, я хочу улучшить Air-систему изучить. Но для нее нам требуется суперкомпьютер. Вот такая вот здоровенная, огромная махина. Которая, не знаю, каким образом они ее собрали, но собрали и могут использовать. Так, также кровать вот сюда поставлю еще. Будет
будет там какой-нибудь инженер сисадмин спать рядом с генераторами. Короче, почему нет? Серверная, типа. Вот. И, собственно, вот как-то такая игра, короче. На суперкомпьютере будут изучаться новые улучшения, можно будет делать там еще всякие разные штуки, которые будут появляться здесь постоянно. И можно играть, играть и еще раз играть до бесконечности практически здесь. Вот он, суперкомпьютер. Вот такой вот мощный, интересный, с четырьмя кнопками и рычагом. Вот, ну а на этом пока все. Все, кому игра понравилась, подписывайтесь на канал, покупайте ее в Стиме, пока она в раннем доступе, можно пока ее изучать играть. Ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропускать новые видосы, и подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропускать новые новости про стримы и про всякую такую штуку-дрюку, которая у меня на канале происходит. На этом я с вами прощаюсь, всем удачи, всем пока.